Приводится боголюбезнейший, избранный, нареченный, честный архимандрит Павел, киротонисадисего епископа, богоспасаемого града Сарапула. Часу ради пришел еси, и от нашей мерности часово просишь. Киротонию архиерейской благодати, святейший владыка. И как и веруешь? Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли видимым и всеми невидимым, и во единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия единородного, ближе от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и Человечеся, распятого разаны при Понтийском Пилате и страдавшей погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою судите, живыми и мертвыми, Божие Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, с поклоняемой славе моглоголошего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чай и воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа да будет с тобою. Приводится боголюбезнейший, избранный, нареченный, честный архимандрит Павел, киротонисадисого епископа, богоспасаемого града Сарапула. Яви нам еще, яко исповедуешь о свойствах трех ипостасей непостижимого божества, и я же человечине ипостасного Сына и Слова Божия. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли видимых же всеми невидимых, безначального уба и нерожденного и безвиновного, начало же естественное и вину Сына и Духа. Верую в единородного Сына, неистечно и безвременно из Него рожденного, единосущно Ему, им же вся быша. Верую и в Духа Святаго и Истогожда Отца, исходящего и сославимого, яко сопресносущного и сопрестольного, и единосущного и равнославного и твари Содителя. Верую, яко един от таяжди присущественной и живоначальной Троицы, единородное Слово, снишет с небес нас ради человек и нашего ради спасения. Воплотись от Духа Святой и Марии Девы и во человечеся. Сирич, совершенный человек бысь, пребывая Бог и ничтоже применив от божеского существа приобщением плоти или во иное превратив, но без приложения восприим человека, в нем страдания и смерть претерпе от всякого страдания по божескому естеству свободный. И воскресе в третий день из мертвых, и вошед на небеса, воседя десную Бога и Отца, еще же воплотившихся Слово Единое ипостась исповедую, и верую и проповедую, яко един и тот же есть Христос двух по воплощению естествах, сохраняя в них же и из них же бе. Последовательно же и две воли чту, коемужда естеству сохраняющую собственную волю и собственные действия. Верую и я же о Бозе и божественных единокафолические апостольские церкви преданием и сказанием, поклоняясь относительно, а не богослужебно божественным и досточтимым иконам самого Христа и Пречистой Богоматери и всех святых, честь пред ними являемую принося на первообразные. Инако же о всем мудрствующих, яко чужди мудрствующих, отметаю я нафиматствую. Владычицу нашу Богородицу свойственно и истинно исповедую, яко родшую плотью единого Троицы Христа Бога нашего, я же да будет ми помощница, покров и заступление во вся дни жизни моей. Аминь. Благодать Святаго Духа да будет с тобою, просвещающая, вразумляющая и укрепляющая тебя во вся дни жизни твоей. Приводится боголюбезнейший, избранный, нареченный, честный архимандрит Павел, киротонисадисего епископа, богоспасаемого града Сарапула. Яви нам еще, яко содержишь каноны святых апостолов и святых отец, и предания, и установления церковные. К всему моему святые вероисповеданию обещаюся каноны святых апостол, седьми вселенских и благочестивых поместных соборов и правила святых отец хранить и соблюдать их. Вся я житие и прияше я сприемлю, и их житие отвратившись я сотращаюся. Еще же обещаюся предания церковные, уставы святые, чины всякофолические восточной православной церкви хранить и неизменно.
обещаваясь и церковный мир соблюдать, и твердо держать, и не единого нравом, в часом противное православника фаллической восточной христианской вере мудрствовать и во все дни живота моего. И последствия теми во всеми повиноватися всегда святейшему патриарху московскому и всея Руси, и священному синоду, и преосвященным митрополитам, архиепископам и епископам, братьям моей во всем согласно быть и купночинно по божественным законам и священным правилам святых апостол и святых отец, и любовь духовную вседушно к ним иметь, яко братью почитать. Обещаю же все во страсти Божии и боголюбивым нравом веренные места да управлять, и усердно учите, и от всех ересей сохранять, и со всяким усердным тщанием. Еще же и в том исповедуюся, яко не злато или сребра обещанием и даянием на сие служение прихожду, но ту не избранием святейшего патриарха Московской и всея Руси и священного синода. Ксим же обещаюся, ничтоже творите ими по нужде, аще бы от сильных лиц или от множества народа нудиму, аще и смерть ими воспретят, велящие, что сотворите ими вопреки божественным и священным правилам, ниже в чужде епархии литургисати, или ино, что священных деятий без воли епархии он и архиерея, так уж не рукополагать ими, ниже иерея, ниже диакона, ниже инага, какова клирика чужды епархии, ниже приимать я в мою епархию без вкусных грамот своих им архиереев. Обещаваюся врученными паству по обычаю апостол посещать и назирать, как и пребывают верные в вере во исправление дел благих, а наипаче иереи, и смотрите с прилежанием учите и запрещайте, дабы расколы, суеверия и ереси не умножались, и дабы противное христианскому благочестию и благонравию обычаи не провеждали христианского жития. С противными церкви святей, с разумом и кротостью поступать и по апостолу Павлу, яко рабу Господню не подавает, сваритесь, но тихо быть и по всем учительному, не злобами, с кротостью наказующие противные, и да как удаст им Бог покаяние в разум истины. Вся я же тебя, як уже днесь обещахся, до последнего издыхания рады будешь и благ, исполнять обещаваюся, будем и сердцеведет Бог обещание моего свидетель. Воистину же усердно моем правлении и действии, да будет сам той Спаситель наш Иисус Христос мне помощник, ему же купно со Отцем и Духом Святым, да будет слава и держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благодать Святаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Павла, избранного епископа богоспасаемого града Сарапула. Благодать Святаго Духа да будет с тобою. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Священному Архимандриту, с Богоспасаемой Его паствою, многое лето! Господину Высокопреосвященнейшему Павлу, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, господину Высокопреосвященнейшему Дионисию, митрополиту Воскресенскому, господину Высокопреосвященнейшему Викторину, митрополиту Ижевскому и Удмуртскому, господину Преосвященнейшему Николаю, епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому, господину Преосвященнейшему Виктору, епископу Глазовскому и Гринскому, и господину Преосвященнейшему Феоктисту, епископу Переславскому и Угльскому, многое лето! Всечесному архимандриту Павлу, избранному и нареченному, во епископа богоспасаемого града Сарапула,
многое лето.